Продается дача в садовом товариществе Сутоки в Смолевичском районе Минской области, рядом с рекой Гайна. В доме общей площадью 38,1 квадратный метр есть несколько комнат, мансарда и терраса. Электричество проведено в дом, отопление печное, природный газ по улице, в доме газовый баллон. На участке 4,6 соток есть своя скважина, баня, сарай, беседка и качели. В баню проведена местная канализация, есть санузел. Рядом с участком лес и деревня Сутоки. Расстояние от МКАД 37 километров. Ежедневное прямое транспортное сообщение с Минском. Чудесное место для отдыха на природе.